Добрый вечер, эфир ток-шоу «Все как есть», ведущая Мария Волконская. Говорим сегодня о людях с ограниченными возможностями. Как им живется, есть ли в городах республики по-настоящему доступная среда? Что делает государство, чтобы оказать таким людям поддержку? Об этом мы говорим сегодня с гостями нашей студии. Давайте поприветствуем. В студии по традиции присутствует мой коллега, соведущий Дмитрий Михайлов. Дима, здравствуй. Добрый вечер, Мария, уважаемые гости, дорогие телезрители. Сегодня мы традиционно предлагаем вам ответить на вопрос по теме эфира. Звучит он следующим образом. Что нужно для создания, наконец-то, доступной среды в Крыму? Есть три варианта ответа. Первый – увеличить штат соцработников и контролировать их надлежащим образом. Второй вариант – улучшить архитектурную и информационную доступность. Ну и последний вариант – изменить отношение общества к инвалидам в целом. Такой же опрос мы проводим в интернете. Это, в первую очередь, напоминаю, наша группа ВКонтакте. Она называется «Все как есть». Репосты из нее мы делаем в группу телеканал «Первый Крымский» и телеканал «Крым-24» ВКонтакте и на страницу «Все как есть» в Фейсбуке. То есть можно зайти в любую из этих групп и проголосовать. Также мы собираем ваши комментарии, вопросы к гостям в студии по теме эфира. И те же самые вопросы можно задавать по телефону. Мобильный телефон студии 978-211-46-44. Звоните, ваш вопрос запишут, и мы постараемся его обязательно озвучить в эфире. Если, конечно, хватит времени, потому что я вот хочу обратить ваше внимание, что еще на этапе анонса этого эфира у нас очень много собралось вопросов от людей, и разные совершенно аспекты поднимаются, и мы, я думаю, скоро их озвучим уже. Ну, тема просто интересная, наболевшая. Я думаю, что, конечно, мы сделаем и блиц-опрос для представителей министерств наших, да, представителей власти, и я думаю, что общественные организации тоже к нам присоединятся. Леонид, я бы хотела вот начать с опроса одного из информационных агентств. Они опубликовали результаты в октябре этого года. Вопрос звучал так. Увидели ли вы улучшение в доступности среды за последние два года? И как сообщают журналисты, из 200 человек с ограниченными возможностями, а это 60% из всех опрошенных, ответили, что не заметили улучшений. Согласны ли вы с этим? Или журналисты что-то намудрили? Проблема доступности, она многогранная. Она касается как городской инфраструктуры, как транспортной инфраструктуры, так и, собственно, с того места, где живет человек с инвалидностью. Если он не может выйти из дома, конечно, он не может увидеть и другого. Я вижу, что делается, конечно, по вопросу доступности. Работа ведется. Улучшения есть? Улучшения есть, но не такие, иногда торопятся. Хотят. Иногда торопятся и об этом забывают. Когда что-то делают, забывают про этот вопрос. И приходится напоминать, но не всегда же мы тоже все видим. Я бы не сказал, что категорически ничего не делается. Угу. Елена Васильевна, ну уже с учетом того, что мы собираемся, да, на эфире и обсуждаем эту тему, даже это. Но давайте, я понимаю, что у вас сегодня было много встреч, пресс-конференций и эфиров, поскольку мы в преддверии 3 декабря. Поэтому давайте скажите, да, по пунктам, может быть, да, или основные такие моменты, что сделано за прошедший год? Мы... Хорошо, конечно же скажу, но я думаю, что первый вопрос, который вы задали, наверное, может быть, не совсем корректно был подготовлен, потому что не социальные работники организовывают доступную среду и реализуют ее. Это работа очень многих ведомств. Задействовано 8 различных ведомств в реализации программы «Доступная среда», начиная от социального обслуживания, заканчивая архитектурной доступностью, культурой, образованием, конечно же, физической культурой, спорт задействовано также, ну и, конечно же, транспортное передвижение и транспортные переходы. Программа реализуется третий год. Конечно, тех ожиданий, которые мы хотели, чтобы все сразу было сделано, но это понятно, что это огромная кропотливая работа, потому что все, что строилось и делалось, к сожалению, у нас есть очень много зданий, которые вообще не приспособлены, и возможности их приспособить, наверное, никогда и не будет. В плане капитальной перестройки, ремонта, я имею в виду. Ну, вы в вашем министерстве решили проблему? Я помню, что у вас был такой подход к зданию, что достаточно проблематично было с пандусами. У нас министерство располагается на двух территориях. Одно и подъем на второй этаж крутой. Одно из зданий, в котором вы были, да, у нас очень крутая лестница. Проблема решена тем, что нам подарили шагоход
на который человек может заехать коляской, и очень легко этот шагоход, он на аккумуляторной установке работает, он очень легко поднимается на любой этаж. Вот это решение одной из проблем доступности тех зданий, в которые невозможно инвалиду подняться. Вот завтра, например, у нас будет республиканское торжественное мероприятие в музыкальном академическом театре. Да, там тоже для того, чтобы попасть в зал, не организована доступность, но таким мы с театром договорились, что общественная организация, которая имеет такие шагоходы, мы свой шагоход приведем, и все граждане, которые завтра будут почти 1000 человек на этом мероприятии, мы им поможем с помощью таких устройств, подъемников, добраться до зала. С таким же устройством можно и на сцену подняться. Скажите то мне, вот да, вопрос... я с вами согласна, и архитектурный вопрос мы бы хотели затронуть, но мы приглашали Геннадия Сергеевича Бахарева, его заместителей, но они все оказались в командировках. Не знаю уж, кто остался блюсти порядок в городе-то, кто же. Поэтому, Юрий Викторович, вы по транспорту, мы сейчас немножко попозже. Елена Васильевна, в процентном соотношении запланировано выполнить вот, да, по доступной среде по в таком-то проценте, да. Да, на 100%, вот сколько выполнено в этом году? В этом году адаптируется 9 объектов. То есть программа, ну, во-первых, мы рассчитываем на те средства, которые нам выделяются. У нас идет софинансирование из федерального бюджета, и республиканские средства выделяются. При этом еще отдельной строкой выделяются средства на инклюзивное образование. Это немаловажная часть в той же программе «Доступная среда». И это адаптируются и детские сады, и школы, и колледжи. В общем-то, библиотека сегодня, цирк полностью адаптирован наш, и нужно отдать должное руководству цирка, который просто очень быстро и с пониманием этого дела они сделали доступную среду для инвалидов в цирке. И вот эти 9 объектов, они завершаются в этом году. В общем-то, план, который был... Борис Борисовичу просто, да, клиентов нужно больше, наверное, поэтому он быстренько сделал. Я шучу, я правда очень хорошо отношусь к ним, конечно, молодец. Нет, это очень хорошее. Да, это хорошее. Но задача вообще самой программы, в первую очередь, для того, чтобы понимать, какие здания и каким образом их можно сделать доступными в сфере образования, культуры, спорта, эти все здания должны быть паспортизированы. Вот, это стоит такая задача для того, чтобы понимать, как программа должна дальше работать. Либо эти здания, которые новые строятся, мы должны уже понимать, что инвалидная организация, которая... может выступить экспертом по доступности этого нового здания. Оно должно быть уже построено со всеми элементами доступности. Если это старое здание, то как его можно адаптировать? Вот сегодня паспортизировано в республике почти 700 объектов. Конечно же, это в первую очередь это админ здания, это объекты культуры, объекты спорта, объекты образования. Это очень хороший процент по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. То есть у нас были обучены паспортизации не только сотрудники различных органов власти. Мы принципиально просили, чтобы и сотрудники администрации муниципальных образований тоже приняли участие в таких обучающих семинарах. Mm-hmm. Это абсолютно бесплатно было. Но и общественные организации с 2014 года поэтапно обучаются вопросам паспортизации объекта. И тогда и общественники понимают, как здание должно быть адаптировано. Да, у нас есть моменты, когда, правильно сказал Леонид, что торопятся выполнить задание по доступности. Ну, пандус. Леонид, а как часто сталкивались вы с тем, что хочется в здание зайти, а там крутой пандус или присутствующий наш, да, крутой пандус, или они плиткой, значит, для красоты. Симферополя сразу скажу. Отделывают, да. Да, вот попадая в Симферополь на автостанцию ЖД, вот дальше автостанции уже можно думать о риске для своего здоровья по передвижению по Симферополю. Это касается просто переход через дорогу, допустим, да, и так далее. Это проблема, которая в Симферополе, я вижу, что она вообще, ну, как-то она... Вот откуда надо начинать? С мест массового скопления людей. Где больше всего? Откуда надо начинать доступность? А я смотрю, она в Симферополе, ну, в таком центральном месте, я даже, ну, там... Ну, нереально просто проехать, не переживая за то, что ты перевернешься куда-то или что-то еще произойдет. Юрий Викторович, что мы можем на это сказать? У нас какие пешеходные переходы оборудованы? Какой процент пешеходных, значит, переходов оборудован? Понимая всю значимость мероприятий, направленных на обеспечение доступности, из бюджета города в 2016 году было выделено порядка 3 миллионов рублей на установку и строительство пандусов. Кроме того... Так у нас елка 7 стоит.
А на пандусы 3 выделяем. Что ж такое? Кроме того, еще дополнительно было добавлено 1,7 миллионов тоже в 2016 году. Значит, что еще хочется сказать, что согласно программе некоммерческого лизинга, значит, муниципальное предприятие транспортное города получено порядка 70 автобусов, которые оборудованы всем необходимым оборудованием для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. Это и аппарель для въезда и выезда из транспорта, просторные площадки с приспособлением для крепления инвалидных колясок и система, эти все автобусы оборудованы и работает на них система наклонная система платформы. А они вообще, эти автобусы работают? Эти они автобусы на сегодняшний день все работают на 9 маршрутах, муниципальных маршрутах. Но они оборудованы штатом сотрудников. То есть для того, чтобы это нужно водителю, наверное, выйти, да, из автобуса, наверное, нужен какой-то еще один человек. Водителя входит обязанность. Значит, если он увидел на остановке находится инвалид, он должен, во-первых, правильно припарковать транспортное средство, выйти из автобуса, значит, настроить оборудование для заезда в салон автобуса, помочь инвалиду заехать в автобус, проконтролировать, что он прикрепил инвалидную коляску к специальным приспособлениям, и спросить у него, на какой остановке он выходит. Ну, в это время после сзади пробка, он... значит, люди сидящие. Ну, как долго это занимает времени? Сколько это по времени занимает? Кто? Недолго. Недолго? То есть второй человек не нужен, который, значит, помогает? Что водитель? Ну, не входит. Может быть, ему доплачивают уже тут, ладно. Хорошо, автобусы у нас есть. А насколько наши остановки приспособлены к этому? Есть ли у нас бордюры, которые позволяют нормально передвигаться? Ну, с остановками на сегодняшний день вопрос, конечно, намного сложнее. Здесь еще предстоит провести большую работу. Поэтому на сегодняшний день проводится работа по определению инвестора на конкурсной основе, который возьмет наши все остановки и приведет в состояние, значит, в едином архитектурном стиле и со всеми требованиями, и в том числе какие и по доступности. Какие сроки исполнения? Какие мы ставим сроки? Ну, вам, так и быть. Скажите, сроки потом проверим. Исполнения не могу вам сейчас сказать. Это не моя немножко компетенция. Не, да. Это у нас занимается управление департамент городского хозяйства. Ну, да, мы их звали. Да. Но я бы хотела еще... Но работа в этом направлении уже начата и ведется. Угу. К Минтрансу обратиться, а на транспорте междугородних перевозчиков вообще нет специальных, да, никаких средств? Законодательством Украины не было предусмотрено обязательное требование к транспорту междугородного сообщения только по пригороду и по городу. Угу. В настоящее время у нас идет обновление подвижного состава в рамках программы по работе с ГТЛК «Закупка». В частности, троллейбусы были закуплены. Уже поставлено больше 60 единиц, и до конца года планировалось до 111. Если поставщиками будут соблюдены все условия, 111 единиц подвижного состава наземного электротранспорта будет функционировать у нас по всему Крыму. Уже 2017 года или когда будут? 2017 года, да. Угу. Ну, то есть те автобусы, которые уже закупались, мы видим ЛиАЗы на междугородних маршрутах, там, насколько я помню, нет специальных приспособлений, да? Они новые, но... Мы сейчас говорим про наземный электрический транспорт, ага. И трассовые автобусы. Сейчас 15 трассовых автобусов поставлено, троллейбусов поставлено, и 9 еще планируется в ближайшее время поставка. Ну, то есть, Дима правильно спрашивает, те, кто... В автобусах пока еще нет, потому что законодательство Российской Федерации не предусматривает это требование именно к междугородному сообщению. Но зато порядком проведения конкурса это будут требования к пригородному транспорту, и все автопредприятия, которые будут выходить на конкурс, четко будут знать, что это дает им дополнительные возможности для участия в конкурсе, и будут уже думать об обновлении подвижного состава, ну да, с учетом современных требований. Давайте мы посмотрим опрос. Мы съездили в САКИ и спросили людей с ограниченными физическими возможностями. Чего вам не хватает для жизни без ограничений? Давайте послушаем их. И
И медицина – это вообще отдельный случай, начиная с больницы, когда ты туда попадаешь, и потом выходишь. То есть именно отношение персонала желало бы лучшего, именно просто отношение человеческого. Раз вы уже занимаетесь, да, и когда-то давали клятву Гиппократа, то, пожалуйста, относитесь к людям по-человечески, с любовью, а иначе просто нет смысла. Очень многое делается просто для галочки. Есть такие вот здания, где вот построили новые аптеки, новое все. Там такие пандусы. Вот я сейчас еду в банк, я боюсь туда заезжать. Там крутой настолько он, его просто сделали для отмазки. Вот. Поэтому, вы знаете, это еще больной вопрос, очень больной вопрос для нас. Хотя очень многое делается в нашем городе. Для доступной среды, даже в Крыму, только город Саки. Даже в Подоле, который 20 километров от Сак, уже там. Вот Саки, не зря город Саки, столица инвалидов. Пантусы, дороги, в первую очередь. Да. Проездов нет, вот, посмотрите, дальше. Еле заехали. Доделали чуть-чуть и все. В первую очередь дороги для колясок, хотя бы перемещаться нормально. У нас в Челябинске пока тоже, как говорится, маленько с этим воюем, с доступностью среды. На колясках тяжело ездить. Дороги все разбиты пока еще. Ну, надеемся, что у вас все это восстановят. Ну, по большей части в магазины где-то заехать уже получше, чем у нас. Какие-то гостиницы для инвалидов такие подешевле. Потому что сейчас не все могут в Бурденко попасть, допустим. Не знаю, какое-то такое жилье, допустим. Дикарей много сейчас приезжают. И лечение покупают, и вот соответственно. И некоторые хотят поближе, может, к санаторию где-то тут такое вот сделать жилье. Ну, как-то с населением работать, чтобы знали, что есть люди на колясках, что как бы такие же обычные активные люди, и что как-то, чтобы люди нас не боялись, скажем так, потому что на самом деле вот выходишь, вот у нас в Ратове как бы миллионный город, но инвалидов много, намного больше, чем здесь. Но люди очень удивляются, когда видят людей на колясках. То есть доступности нет, все сидят дома, не знают, что есть инвалиды и так далее. То есть надо как-то, может, больше каких-то акций там проводить для инвалидов, там, ну, больше общественных каких-то организаций, чтобы, ну, люди знали, что есть люди на колясках. В Краснодаре я могу сказать точно то, что для колясок очень мало доступности. Вот. А здесь все приспособлено, тут можно везде заехать. Вот. И, ну, мне очень тут нравится. Вот, поэтому советую. Я, допустим, в Судаке был в этом году, да, летом. Ну, там как-то на набережную, вот на море, мы как-то приезжали, да, на море в основном, что еще приезжают россияне. Ну, вот как-то практически нигде не попадешь. Там вот набережная, она не приспособлена совершенно. Ну и так, по городу как-то, ну, не очень, это в Судаке. В Евпатории вообще ничего недоступно, невозможно не ездить ни по тротуарам, только по дорогам общественного пользования, только с автомобилями получается. А так, чтобы куда-нибудь заехать, это целая проблема. Меня зовут Юлия. Вот я хочу к Дню Прекрасному, не только как Дню Инвалида, а просто, чтобы каждый человечек, находящийся в таком положении, в которое его просто поставила жизнь, задуматься и радоваться жизни каждому дню, несмотря на то, что в каком бы положении вы ни находились. Главное вот тут, живите сердцем, с открытой душой, радуйтесь каждому дню и просто благодарите за то, что вы живете на этой чудесной планете. Дима. Мария, да, я хочу зачитать еще несколько комментариев из интернета, которые, в принципе, перекликаются с тем, что говорили опрошенные. Ну и люди пишут о том, что действительно не хватает пандусов, не хватает всевозможных приспособлений, но вот немножко с другой стороны на эту проблему смотрят. Сергей, наш телезритель, пишет: где вы будете делать дорожки специальные, если нет обычных тротуаров нормальных? Пандусы, если нет лестницы, если в домах нет грузового лифта, как данности. Пешеходные зоны в парках в ужасном состоянии, в общественном транспорте такое положение тяжелое. Это я к тому, что при возрождении инфраструктуры, о которой сейчас очень много говорят, и даже что-то делать начали, и тем более при проектировании новых зон, надо сразу закладывать в проекты интересы людей с ограниченными возможностями. То, о чем Елена Васильевна, да, и говорила. То, о чем уже сказали, да. Угу. Ну и люди, некоторые другие пишут, что пандусы иногда делают, но такие, что там даже на двух ногах не поднимешься. Что уж говорить об инвалидах. Делается как будто на показ. Пляжей много ли в Крыму галочки для инвалидов? Вот вопрос такой. В Ленинском районе, например, нет ни одного. Может быть, всего по Крыму их парочка сделали, и этого хватит?
Кстати, насчет пляжа, кто знает, владеет кто-то информацией? Или у кого-то есть конкретика? По-моему, сегодня по пляжу. Про все и про санаторно-курортный комплекс отвечаю все время я. Ну да, приходится вам за все министерства. Сегодня абсолютно адаптированных 4 пляжа. 2 Евпатории, 1 в Саках и в городе Алушта. Пляж общественной организации инвалидов. Это те 4 пляжа, которые имеют полностью инфраструктуру. Мы с министром курортов обсуждали этот вопрос о том, чтобы, когда речь в 2014 году шла о том, что нам необходимо включить финансирование оборудования всех пляжей в программу развития санаторно-курортного комплекса, наверное, на тот момент, может быть, не все органы муниципальной власти понимали важность этого вопроса. Все-таки это привлечение туристов не только Республики Крым, это туристов со всей России, и в том числе к нам приезжает очень много туристов из-за рубежа. И хотелось бы, чтобы они тоже имели доступ к таким пляжам. Так вот, мы разговаривали когда с министром, с моим коллегой, проговорил, что, к сожалению, сегодня возможности закладывать такие средства на оборудование пляжей пока нет, потому что, во-первых, идет оформление земли. Мы в прошлом году, у нас по программе «Доступная среда» была тоже адаптация еще 2 пляжей, но с учетом того, что не были оформлены документы, мы не смогли, установить туда оборудование. Я хочу ту ремарку, но это в планах. Я сейчас закончу, Маша, да? Так вот, мы проговорили с Сергеем, что при аттестации перед новым сезоном курортным, при аттестации всех пляжных зон, обязательно условие будет стоять минимальная адаптация муниципальных пляжей. Что такое минимальная адаптация? Это первое, это свободный проезд и достаточно удобный путь следования инвалида на коляске, с тросточкой, на костылях и спуск в море. Пляжная раздевалка, которая позволит инвалиду заехать, это с расширенным проемом. Какая-то может быть открытая душевая кабина, чтобы можно было и воды попить, и обмыться. Это минимальный набор, который не требует больших капитальных каких-то вложений. Было бы только желание. Да. Все правильно. Я бы хотела ремарку все-таки на наше это видео сказать о том, что мы это обсуждали просто в студии, зритель этого не слышит, поскольку они смотрят видео. И люди высказывались и из Краснодара, и из Челябинска, о том, что в Саках, опрос делали в Саках, о том, что в Саках им комфортно, и там достаточно доступная для них среда. Но тем не менее, гости Анна, Евгения, Виктория и, может быть, наши зрители в зале хотят дополнить, чего еще не хватает для доступности среды. Кто хочет высказаться? Давайте. Можно. Спасибо за предоставленное слово. Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Крым работает для людей с ограниченными возможностями. К нам в 2016 году подали заявление более 21 тысячи человек. У нас находится 15 филиалов в различных городах нашей республики. И хочу сказать, что из этих 15 только 5 филиалов у нас доступны, то есть они оснащены пандусами. Остальные помещения, я не могу не согласиться с Еленой Васильевной, они непригодны. То есть там невозможно ни пандус построить, ни установить подъемник. Там, где это было возможно, мы купили 5 телескопических пандусов, где это было возможно. Все наши филиалы, большинство из них, находятся в жилых домах, это трехкомнатные квартиры на первом этаже, приспособленные под наши офисы. Поэтому мы эту проблему видим глубже. В этом году, в мае месяце, мы сделали паспорта доступности, обследовали все наши объекты. В соответствии с этим разработали дорожную карту до 2020 года, потому что на это все требуется выделение средств, значительных средств. Но все-таки мы решили пойти по пути приобретения новых помещений уже с доступной средой. Так нами в прошлом году было приобретено здание для расположения наших филиалов для города Симферополя и Симферопольского района по улице Курортной, которая и есть возможности стоянки автомобилей и оснащено пандусами. Мы сделали там и
санитарные узлы, которые приспособлены для таких лиц. Также у нас в этом году мы приобретаем здание в городе Алуште, которое тоже полностью оснащено как бы всеми, все те требования, которые есть по доступной среде, всем этому будет оснащено. И, в общем-то, мы идем по этому пути. Но по поводу вашего сотрудничества непосредственно, например, коляски. Слышала много нареканий, и в редакцию «Крымской газеты» поступило письмо, кстати, недавно, о том, что получили коляску, она не подходит, не подошла человеку. Снимаются ли мерки? Как так получается, что человеку она не подходит? И может ли он ее поменять? Я так понимаю, что поменять достаточно проблематично, уже хорошо, что получил. Ну, я думаю, нет. В этом году уже так вопрос не стоит, что хорошо, что получил. Значит, у нас полностью в этом году закрывается потребность, та, которая сформирована на протяжении конца 2015 года, 2016 год, сформирована потребность в инвалидных колясках, это 2570 штук. И на сегодняшний день все поставщики, прежде чем поставить коляску, кроме того, что параметры коляски, ширины сидений, вес, рост человека, они указываются в индивидуальных программах реабилитации, вот, но все поставщики обзванивают людей, и подбирается коляска непосредственно под физиологические... Ну, может быть, там кто-то, кстати, поправляется в письме. Бывает... Вот у нас только что вступило сообщение, вопрос похожий. Я прошу прощения, пожалуйста. В мае 2016 года, недавно, муж прошел обследование, инвалид-колясочник, весил 95 килограммов. За несколько месяцев, вот, пока наверное, будили коляску, он набрал 25 килограммов, все, не влезает. Просим помочь как-то произвести обмен поскорее, то есть или это раз в год может произойти? Если возможно, мне бы хотелось фамилию, имя человека, его контактные телефоны, и мы созвонимся однозначно. Понятно, что это человеческий фактор, как бы понимаем, что если есть ограничения и коляска, но нужно в нее входить, как в то вечернее платье, то как бы лучше, конечно, не поправляться. Но если такое случилось, и человек обратился, видите, неоднократно, и в редакцию. Вы хотели высказаться, пожалуйста, возьмите микрофон. Вот вы говорите, размер коляски, поставщик. Поставщик привозит все в 9 часов, 10 часов вечера. Понимаете? И коляска упакована, ты ее не видишь. Это если человек заставляет распаковать, тогда мы ее видим. А так мы ее не видим. И почему-то всегда привозится вечером, поздно, ночью, в 10, в 9 вечера. Вот у меня подруга, две коляски, прогулочная и комнатная, ей привезли две одинаковых коляски. Понимаете, где прогулочная, где комнатная? Ну хорошо, привезли, вы же можете их обменять или уже все, они обменяют? Ну она их не взяла, просто не взяла коляски. Правильно, молодец. Она отказалась. Зачем? Две коляски одинаковые. Спасибо понимаете? Большое за вопрос. Это раз. И во-вторых, ну привозят коляски, которые китайские. Они тут же, вот тут же, они ломаются. Аккумулятор. Вот у меня коляска, мне нужно заменить аккумулятор. Где я должна взять аккумулятор? Вы должны обратиться прежде всего в фонд с заявлением. Значит, вы обращались? И значит, если у каждой коляски есть гарантийный срок использования, значит, на коляске от 12 до 24 месяцев, на аккумуляторы до 6 месяцев гарантийный срок. И если в период гарантийного срока происходят какие-то поломки, то поставщик при развозке колясок вам должен, обязан выдать гарантийный талон. И поймите, если, если фонд социального страхования не будет знать, вы не обратитесь к нам, не напишите заявление или хотя бы не позвоните. Может быть, они бы поставщика сможем, бы поменяли. Конечно, нужно обращаться. Мы не сможем вам помочь. Вот смотрите, произвести замену. Вы сказали про карту реабилитации, да? Вот. Индивидуальная программа. Программа, да, индивидуальная. Да, да. В 2015 году, вот лично я, у меня, значит, выдано уведомление на получение, ну, там, всяких товаров, да? Уже более года я ничего, я только получила там три вещи. Все. Спасибо. Мы еще вернемся к вам, обязательно ответите. Да, я отвечу. Я хочу сказать, что в 2015 году у нас обеспечение было не на должном уровне, потому что мы впервые начали этим заниматься. У нас не было информации об инвалидах, и они впервые к нам пришли, подали заявление. Мы начали изучать эту потребность. И, соответственно, закупка этих изделий производится в соответствии с 44-м федеральным законом. Это достаточно было сложно для тех людей, кто впервые начал этим заниматься. Но в этом году у нас идет обеспечение, может быть, мы тогда
вы дадите мне свои контакты, и мы индивидуально с вами разберемся, в чем. Давайте в индивидуальном, да. Спасибо вам большое за такой момент. Я обращусь в зал, я бы хотел, пожалуйста, да, Леонид, и к общественникам нашим хочу. Просто, ну, чтобы у нас было понимание вообще, что происходит. Ну, вот как бы, вот 2 года назад появился фонд социального страхования. Ну, его не было до этого. Получил фонд социального страхования, куда должен каждый инвалид, на коляске он, без ноги, прийти и подать эту карту реабилитации. Вот эти вот фонды социального страхования изначально сделали недоступными, да, то есть определили здания именно эти. А сейчас мы думаем, как нам сделать так, чтобы они были доступны. Мне кажется, вот изначально подход по передаче фонду социального страхования зданий и учреждений, которые были за фондом страхования занятости, что-то такое там, передали, ну, да? Которые были неправильны. И сейчас мы решаем эти проблемы. И сейчас инвалид, приезжая в фонд социального страхования, стоит под ступенями. Постойте под ступенями. Угу. Полчаса. У нас есть кнопки вызова, и наши специалисты спускаются ко всем людям. Нет, это понятно. Заявление. Но сейчас это уже, да, и говорят, вот о том, что, да, говорят о том, что сейчас, я так понимаю, что вы все сделаете для того, чтобы было удобно, да, и среда была доступна, в том, что вначале. Вот да, это просто страшно. То, о чем вначале говорили. Но это у нас не только в этом, вы понимаете, ну, у нас, кстати, иногда все делаем. Тоже через, понятно, пишут, что. В Керчи, говорят, был проект сделать кнопки вызова в госучреждениях для колясочников, и вроде бы даже сделали, но пишут, что для виду. По факту большинство отключены эти кнопки. То есть они висят, но не работают. Понятное дело. Я в Ленина есть вроде бы одна кнопка на почте, но говорят, что от нее осталось только место, где она была прикреплена. Вот такая ситуация. Да, да, это точно. Но я бы хотела, чтобы и Анна, и Евгения к нам присоединились. Еще какие у нас есть? Вы с чем сталкиваетесь? Ну, вот перед эфиром наша организация провела опрос среди родителей. И вот именно к ФСС, к Фонду социального страхования, было очень много нареканий по поводу качества технических средств реабилитации. Ну и самое большое нарекание — это по поводу санаторно-курортного лечения, когда в этом году родители получали путевки в санаторий Фемида в Евпатории, который абсолютно не приспособлен для родителей с детьми-инвалидами, и мамочки вынуждены были на второй, на третий этаж тащить 20-25-килограммовых детей на себе, дабы получить процедуры, и плюс от самого санатория до пляжа, как выяснилось, там 2 километра. Ну, Евпатория как Евпатория, про доступную среду в Евпатории мы слышали в репортаже. Да, почему так? Да, почему? К сожалению, да, наши санаторно-курортные организации на сегодняшний день не обеспечены доступной средой, но Фонд социального страхования, выполняя свои обязательства, производит закупку путевок, и мы не можем ее не покупать и не закупать. Соответственно, так, может быть, вы же закупаете по какой-то процедуре, там, это тендерная или какая-то процедура? Да, ну вот, а если это же все прописывается в этой процедуре, не так, чтобы... Прописывается, вот. Но если мы пропишем условия доступная среда, скажите, пожалуйста, а какой санаторий в Крыму может... Ну, хотя бы элементарные вещи, хотя бы элементарные, да, чтобы не... Ну, санаторий тут же имени Крупская или Родина, по-моему, они более доступны, или даже та же Чайка в Заозерном, они более доступны. Ну, может, на холме находиться или в таком низком они месте более удобно. Они должны заявиться на участие, да, в конкурсе. Ну вот в Фемиде родители жаловались, тоже поучаствовать, да, кстати, да, да. Лечение еще. То есть родители приезжали, работники говорили, мы вообще, говорит, не знаем, что вы тут делаете и почему вы тут лечитесь. Почему вы тут лечите своих детей? Я хочу сказать, что к нам, вы же поймите, гражданин должен заявить, если у него есть какие-то претензии к санаторию. Фонд сразу отреагирует. Значит, в контракте прописываются все условия лечения в соответствии с приказами Минздрава. К нам из санатория Фемида на протяжении оздоровительного сезона 2016 года не поступило ни одного обращения о том, что там производится лечение не в соответствии с нормативами. Ну, полностью согласна с Викторией. Вот. Нужно же обращаться. Это, кстати, и мы нашим телезрителям тоже нужно сказать о том, что нужно обращаться и жаловаться для того, чтобы люди взяли. Это особая категория граждан. Это люди, которые, они в принципе живут кулуарно, закрыто. Они не верят ни вам. Вы же о мамочках говорите, которые. Они же вам возмущались. Почему они не могут возмутиться? Они не верят, Виктории, что будет какой-то результат. Я хочу сказать, вот что мы работаем. Но для этого для мы людей здесь собираемся, для того, чтобы они верили. И нужно, конечно, обращаться. Да, и для того, чтобы мы знали и могли отреагировать, мы, конечно, должны об этом знать.
Поэтому, пожалуйста, спасибо. На будущее, если вы будете в санатории... Вы наверняка тоже слышали о поручениях президента Российской Федерации по созданию реабилитационной базы на территории Республики Крым. После ОНФ, который прошел месяц назад в Ялте, вы все знаете, что выступали по поводу... Наша паралимпийская чемпионка выступала по поводу санатория Бурденко. И дано поручение, сейчас были внесены, готовились республикой предложения по созданию такой реабилитационной базы, начиная от детей-инвалидов, заканчивая взрослыми инвалидами. Это будет обновление совершенно всей, модернизация всей системы реабилитации, санатории, которые будут включены в эту систему. Вот тогда мы будем говорить о том, что будет услуга действительно качественная. Ну да, но речь идет только об одном санатории, куда еще мы тоже потом подумаем. Или это такой центр, который сможет вместить это, конечно, себя, это да, будет достаточно большой центр и предложение. Но мы это говорим о том, что будет, да. А вот сейчас, насколько я знаю, спинальники даже, Елена Васильевна, они стоят в очереди на реабилитацию в санатории, там 3000 человек уже, он записывается. К сожалению, Маша, это было он же всегда, никогда это не получится. Это было уже всегда, да. Обеспечение путевками всегда и в прежние времена было не 100% каждый год, и всегда была, существовала очередь. А учитывая спинальников в санатории Бурденко, естественно, во-первых, сам курс реабилитации там достаточно длительный был, да, сегодня там он сокращенный, при этом еще по российскому законодательству спинальники имеют право в санаторий Бурденко приехать с сопровождающим. Но все и равно, квота же, наверное, случае, у них какая-то ждут. Есть по этим путевкам, у санатория. Ну, это государственный заказ, конечно же, путевки выдаются, покупаются. И при этом приезжают же не только крымские инвалиды, приезжают инвалиды со всей Российской Федерации, потому что это единственный, наверное, такой санаторий, который действительно вот с такими технологиями, да, реабилитационными, инвалиды с удовольствием туда приезжают. Поэтому он всегда будет популярен, туда всегда будет очередь, если мы не разовьем дальше эту базу. Но это очень кропотливый, длительный путь. Нельзя, так, может быть, его не надо модернизировать, этот санаторий? Может быть, вложить эти средства, которые идут на модернизацию Бурденко, в какой-то другой санаторий, куда в Евпаторию? И в другой какой тоже, его и в детский будет. И этим самым добавится Бурденко, не только Бурденко будет модернизироваться. Будет модернизироваться вся система, которая войдет в систему реабилитации. Понятно. В том числе вы хотели санаторий. Высказаться сейчас, девушка, да, нет, вы понимали. Угу. Я вам дам слово сейчас, секундочку. Я вот сижу, слушаю, очень много правильных вещей говорится. Я бы хотела вернуться немножечко к опросу. Там был третий вопрос, если я правильно помню, может быть, недословно, что-то об изменении отношения общества. Да. Вот мне кажется, что все программы, которые будут писаться, все мероприятия, которые будут запланированы, проводиться, они не будут реализованы даже на 20% до тех пор, пока не изменится отношение в обществе. Пока водители автобусов будут подъезжать при виде мамочки с ребенком инвалидом в коляске на расстоянии 60-70 сантиметров, и мы вынуждены на руках заносить эту коляску в низкопольный транспорт, пока санаторий будет заявляться на торги, не имея ни сотрудников, ни средств, ни доступности архитектурной и прочие всякие пока-пока, пока аптека, банк будет строить пандус и класть туда плитку безумно скользкую, что я не могу по ней подняться, пока общество в целом не щелкнет, что это может коснуться меня в любой момент, в любую секунду, никакие планы, программы, перспективы не сработают. Спасибо. Хорошо. Как достучаться до общества, как вы считаете? Может быть, кто-то тоже подключается? До общества, я думаю, что вот личным примером, какими-то наглядными вещами, как можно больше каких-то социальных роликов. Я не смотрю давно телевизор, но я слушаю людей, которые смотрят телевизор, да, и очень много там насилия, агрессии, всяких там фильмов очень сложных, особенно в интернете, всякой вот этой вот вещи. Крамольные слова не буду произносить вслух в эфире, а хотелось бы чуть больше мягкого, доброго, светлого и мотивирующего, и выводить людей в мир, чтобы
видели людей-инвалидов, не шарахались, как сказали об этом в репортаже предыдущем. И мы с этим тоже иногда сталкиваемся, когда мы выводим нашу детвору, и не все реагируют люди очень по-разному. Кто-то шарахается, а кто-то подходит. Юрий Викторович, а глава республики Сергей Аксенов в начале года сказал, что посадит чиновников на коляски и заставит проехаться по нашим ужасным дорогам в этих колясках. Как вы думаете, подействует? Конечно, подействует. То есть надо устроить такой день, такую гонку им, да? Мы устроили еще. Да, я хочу зал и Евгения Данилова. Пожалуйста. Вас я сейчас хотела поддержать, вот представители транспорта. Вы знаете, вы не увидите, наверное, в этом году детей на новогодних елках, именно колясочников, по одной простой причине. Вы их не сможете посадить в транспорт и привезти, если неактивные у них родители. Вы можете не готовить, не тратить деньги на новогодние елки и ожидать, например, в ДКП детей на колясках. Буквально позавчера, имея ребенка на коляске, я вам хочу сказать, что я испытала максимальный шок и сутки просто отдыхала дома, потому что количество ступенек, которые там есть, они не для этих детей, а там кружки именно для детей-инвалидов. Вот с такими колясками, как вот у наших ребят сегодня, там невозможно проехать, потому что плитка такая. И изначально их там не будет, и не вкладывайте деньги в этих детей. Но я еще хочу сказать, что есть и плюс. Вот совершенно недавно я с ребенком летала в Москву, и, наверное, вот идеал сегодня по доступной среде – это аэропорт. Как только мы въезжаем на территорию аэропорта, там все подготовлено для людей с ограниченными возможностями. Симферопольский аэропорт, наш Симферополь, наш Симферополь есть. Вот уже. У нас есть у кого учиться. Сразу подходят, сразу спрашивают, чем могут помочь. Есть специальный транспорт, вам помогут занести ребенка. Я даже видела пример, когда заносили взрослого человека. То есть вот там действительно я вижу, что о нас заботятся, о наших детях. Не только мы, но еще кто-то. Вот эту заботу мы ценим, мы ее видим. Так может, чиновников коммунальных и транспортных ведомств на стажировку в аэропорт отправлять? Ну, наверное. Чтобы узнали, как это должно быть? На коляске и в аэропорт. Можно на прогулку с нами всего лишь один разочек. Один раз. Пройтись, да, вот у нас летом была ситуация, мы вот проводили такое мероприятие для детей-инвалидов «Я художник» в парке КФУ. Ну вот провели, все, закончили. И закончилось все тем, что я еще одна мамочка, у нас дети-колясочники, мы шли пешком. Ну, такси для нас не вариант, поскольку в такси наши коляски не влазят. А троллейбусов не было, а в маршрутку мы зайти не можем. Мы шли в жару пешком с гостиницы Москвы до центра. Там мы наткнулись на пешеходный переход, где не было не то что какого-то пандуса, не было никакого. Вот тебе, пожалуйста, Илья Мальцев, это наш сотрудник, привет. Пожалуйста, ты хотел сказать. Добрый вечер, студия. Мне хотелось бы отметить, безусловно, положительные изменения в России. Мы живем в очень великой державе, я ни в коем случае не побоюсь этого слова. Впервые за 23 года предложили санаторно-курортное лечение, куда удалось съездить и получить курс реабилитации благодаря фонду социального страхования. А в плане отношения общества я хочу обратиться ко всем инвалидам, что надо заявлять о себе, надо, по крайней мере, как-то работать. Ведь по данным Министерства труда и социальной защиты 25% инвалидов работоспособных сейчас просто не работают. Работает только 25%. А я хочу сказать огромное спасибо руководству телерадиокомпании, которая предоставила соответствующие условия работы, и я себя чувствую полноценным, нужным и востребованным. Это мы помним по прошлогоднему корпоративу, Илья, конечно. Подожди, но у меня к тебе еще вопрос. Расскажи, насколько вообще сложно трудоустроиться? До того, как ты к нам пришел, ты искал наверняка работу, тебе отказывали, как-то сложно было найти? Искал работу, работал или в колл-центрах пару месяцев, потом просто не доплачивали, или пытался устроиться диспетчером такси, куда я приходил. Даже садясь на телефон, мы говорили, а мы тебя не будем брать, несмотря на то, что даже у тебя есть все документы. Угу. Поэтому работодателям я просто хочу сказать, как в той притче, а вы дайте удочки, а человек с ограниченными возможностями здоровья, он уже просто выловит. Спасибо, спасибо большое. Пожалуйста, Елена. Мы уже вначале говорили, что сегодня одной из основных задач для службы занятости всей Российской Федерации поставлена задача
трудоустройства инвалидов. Поэтому уже идет обмен баз данных с пенсионным фондом, потому что у пенсионного фонда есть информация об инвалидах, кто из них работает, в каком возрасте и так далее. Так вот, сегодня из 126 тысяч, если мы отнимем почти 6 тысяч детей инвалидов, из 120 тысяч фактически работающие 22 тысячи инвалидов. Из них 7 тысяч – это лица пенсионного возраста. Вот представьте, 14 тысяч инвалидов трудоспособного возраста работают из этой армии 120 тысяч. Для нас поставлена задача до 40% поднять цифру трудоустройства инвалидов. Поэтому мы должны дойти до каждого инвалида, понять, ну вот из 120 мы так берем где-то около 110 тысяч – это инвалиды второй и третьей группы, которые… В принципе, могут работать. Но я ни в коем случае первую группу отсюда не убираю, потому что у нас очень много инвалидов первой группы, достаточно такие самодостаточные, которые самореализованы, как и частные предприниматели, как и руководители предприятий. Вот, поэтому мы хотим понять, кто эти люди, почему они не работают. Либо в силу возраста, либо в силу того, что ну, кто-то, может, и не хочет работать, потому что достаточно хорошая пенсия, да, там, какие-то выплаты. Либо необходимо получить какую-то профессию, которая даст возможность этому человеку трудоустроиться. Ну и, конечно же, работа с работодателем. Правильно сказали, что не все работодатели хотят видеть такого работника у себя. Но кто-то говорит, что мне нужен работник, который работает 8 часов, не болеет, на больничный не ходит и так далее. Но это особенность у этого человека, что он не может, допустим, сидеть за столом письменным 8 часов в сутки. Но есть же обязательства, да? Работодателям, правильно? Правильно. Какой-то процент... Закон принят. Все закон правильно. Принят о квотировании, обязательно квотирование рабочих мест для инвалидов. И каждый работодатель должен выполнять любой формы собственности предприятия эту квоту. Причем это караются административные, да, штрафы на руководителя. И сегодня эти предприятия у нас... Почему так много появилось сразу же вакансий? Потому что ну, все прекрасно понимают, что никуда не деться от закона, все равно его нужно выполнять. Но мы все равно инициируем прежнюю нашу норму, когда предприятия штрафовали. И вот эти штрафы уже потом шли на социальную защиту инвалидов, на развитие реабилитации. Так вот, мы смотрели, я попросила, говорю, посмотрите из этих 2000 вакансий, какие вакансии предлагаются. Вакансии совершенно разные. И инженеры, ну, конечно, и охранники, сторож, и медсестры, и педагоги, и медицинские работники. Ведь инвалидность, она бывает разная, правильно? Не все же люди на колясках, там, ну, да. По-разному устанавливается инвалидность. И заработная плата тоже колеблется от 56, самая высокая предлагается вакансия, до 8 тысяч. Ну, понятно, что предлагается неполный рабочий день, но тут, в принципе, можно выбрать. А в службу занятости обратились за помощью в трудоустройстве 1300 инвалидов, 455 трудоустроены, изъявили желание занять вакансии. При этом в текущем году у нас совершенно новая форма взаимодействия с фондом социального страхования, с медико-социальной экспертной комиссией, которая первая видит этого инвалида, устанавливает ему, да, инвалидность, прописывает в этой программе реабилитации все, что ему необходимо, вплоть до трудоустройства или профессиональной переподготовки. И вот по нашему межведомственному взаимодействию эта программа приходит и в образование, и в культуру, и в фонд социального страхования, приходит к нам, не инвалид к нам ее несет, к нам приходит программа уже в электронном, да, виде, рассылается во все ведомства. И уже наши сотрудники, вот те инвалиды, которым звонили сотрудники службы занятости, ведь не они же пришли, а к ним позвонили, потому, да, что мы получили эту программу, что человек нуждается в трудоустройстве либо в каком-то там профессиональном обучении. Вот 7700 программ в этом году мы получили новых. До каждого человека либо пришли, либо позвонили, либо пригласили, в зависимости от его возможностей, побеседовать со службой занятости. Ну, вот я вам говорю, результат 455 инвалидов, те, которые 7 тысяч трудоустроились. Но значит, об этих программах или не знают, или нужно есть. Чаще говорить то, что мы сейчас делаем. Я вижу ваши руки, но нам нужно прерваться на рекламную паузу, но мы прерываемся совершенно ненадолго. Оставайтесь с нами, потому что дальше будет еще более интересней. Мы снова в прямом эфире. Напоминаю, вы смотрите ток-шоу «Все как есть». Дим, я знаю, что у нас очень много вопросов, очень, да, много от наших телезрителей. Давай зачитаем. И, в принципе, адресных таких просьб о помощи. Вот, к примеру, Валерий из Сакского района позвонил.
и сообщил, что жена инвалид второй группы, ей в переходный период в октябре 2014 года была проведена операция, которая должна по закону компенсироваться. Но на протяжении 2 лет Минздрав, соцстрах, Крыммедстрах сбрасывают это друг на друга, до сих пор люди компенсацию не получили. Помогите, пожалуйста, возместить деньги, и номер телефона оставлен даже был. Так вот кто? Такая ситуация. Это не ваша? Или вы не поможете? Или... А кто этим должен заниматься? Кто это знает? Вопрос, наверное, к... Минздрав. А это Минздрав. Страхования, возможно. Ну, Минздрав, представители Минздрава нет. Давайте мы надеемся, что нас смотрят, или мы постараемся передать эту информацию, но у нас нет. Дальше. В центре обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района Симферополя на Аральской 77/81 старые и неработающие тренажеры просим поменять. Валерий из Симферополя написал. Ну, очевидно, посетитель нашего центра для молодежи, да, это центр как раз-таки для посещения молодежи, и с удовольствием туда молодежь ходит наша. Ну, будем принимать меры, конечно, заменим. Ну, уже хорошо, старые тренажеры, это, знаете ли, не отсутствие пандуса, отлично. Имеют тренажеры, ну, постепенно все заменим. Да. Еще один очень такой пронзительный момент. Сервер Усейнов написал: «Вдовец, трое детей». Двое из них инвалиды лежачие. Написал, что хотел прийти на программу, но не на кого просто оставить детей. Очень тяжелое финансовое положение. Ситуация такова, что не может оформить материнский капитал, потому что жена умерла. По законодательству, да, не. Вот. И не оформить. Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Ну и говорит, что лежачий ребенок мечтает о ноутбуке. Контакты я оставляю. Если есть какие-то люди добрые, может быть, помогут. Вот у нас есть рубрика телефона, «Помоги» в Крымской газете. Мы опубликуем даже контакты, да. Мы сделаем это обязательно. Но вдруг, если у нас смотрят те люди, которые готовы помочь или хотят помочь отцу, то... А что с материнским капиталом? По законодательству на отцов не оформляется материнский капитал. Ну, вот так вот. Исключение обделили. Спасибо большое. Евгения, мы в начале нашего эфира обсуждали все-таки, чего не хватает еще, и мы знаем, что вы проводите мероприятия. Расскажите ваше видение вот данной ситуации, которую мы обсуждали. Ну, вы знаете, я вот слушала, хотела прокомментировать, но не успела. Мы вышли на рекламу. Каким образом стимулировать интеллектуальную, творческую, спортивную деятельность детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья? Каким образом постепенно менять мнение общества? Мы понимаем, вот тоже здесь много-много проблем звучало, но мы понимаем, что быстро все не изменится. Главное, конечно, делать все с умом, прямо сейчас начинать. Так вот, каким образом? И каждый, вот я знаю, что многие и общественные организации, и представители власти делают проект для того, чтобы все-таки каким-то образом менять жизнь людей с ограниченными возможностями к лучшему. И вот 3 года назад мы создали премию общественного признания «Преград нет». И под патронатом главы нашей республики Сергея Валерьевича Аксенова уже 3-й год пройдет в музыкальном академическом театре Республики Крым на очень красивой сцене. А это важно, чтобы... Да, не где-то в уголочке, а именно в Центральном театре Республики с представителями всех министерств. Спасибо им огромное, потому что все министерства сплотились, очередной раз поддерживают. И вот наш глава награждает 20, в этом году 26 деток и представителей молодого поколения нашей республики, которые, несмотря ни на что, каждый день преодолевают какие-то преграды и достигают чего-то в своей жизни. Это и рекорды некоторые ставят Гиннесса, это и участники Олимпиад. Вот мы, да, говорим проблемы, но вот если посмотреть, какие удивительные дети в нашей республике и молодые люди, как они побеждают на олимпиадах, выезжают на конкурсы, великолепно творчески что-то делают. И в этом году мы уже будем ставить 2-й мюзикл. 2 года назад мы поставили 1-й мюзикл инклюзивный. Это когда детки с ограниченными возможностями здоровья совместно с обычными детьми делают общий творческий проект. Из 250 артистов вот в музыкальном театре будет 100 деток с особыми потребностями. И они вместе танцуют, вместе поют. Но мамочки присутствующие знают об этом проекте, вы участвуете, да, в нем? Дело в том, что к нам даже такие данные поступают, что у деток со здоровьем
здоровьем становится, ну, лучше здоровье. Вот они побыли на этом празднике, они поучаствовали, и у них даже в физическом плане им становится легче. То есть это невероятно. И мы рассказываем истории детей, которые, я думаю, что их друзья, их там, те, кто в школе, во дворах, увидев, как они достигают чего-то, смогут тоже к чему-то стремиться и работать над собой. А общество, видя, как дети могут учиться, работать, как они могут дружить, как они могут достигать успеха в своей деятельности, тоже постепенно будет меняться. И очень бы хотелось, чтобы все-таки наша республика становилась все лучше, лучше в этом плане. Да. Виктор Ильич, возьмите, пожалуйста, микрофон, дайте. Замминистра спорта, здравствуйте. Виктор Ильич, спасибо, что вы присутствуете. Во-первых, вы можете сидеть, как вам комфортно? Во-первых, я встаю, потому что сейчас буду говорить о людях, которые заслуживают этого. Во-первых, пользуясь случаем, хотел бы обратиться от имени спортивного сообщества. Я представляю интересы регионального отделения Паралимпийского комитета России в Крыму. И все спортсмены и тренеры, которые поддерживают адаптивный спорт, говорят спасибо всем инвалидам за то, что они имеют выдержку, понимание тех процессов, которые происходят в республике. На самом деле, что нужно инвалиду? Вот самый простой ответ – это тот, что ему нужно внимание. И вот мне очень приятно, что сегодня инициативу проявила министр спорта Республики Крым Елизавета Васильевна Кужичева и собрала всех представителей спортивных федераций, которые занимаются адаптивным спортом, ведущих спортсменов, тренеров, села с ними за общий круглый стол и в диалоге нашла те вопросы, которые на сегодняшний день действительно их волнуют. Тут же дала распоряжение, и люди, которые сегодня пришли, они не увидели не только моральное спасибо, они увидели, что руководитель, как и многие руководители в министерстве, заинтересованы в решении проблем. Следующий момент, когда люди с ограниченными физическими возможностями видят, что это не слова, а поступки. 14 спортсменов сегодня регулярно получают стипендии. Так называемая паралимпийская чемпионка, она бронзовая призерка паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта, рекордсменка России, мира, Аня Полян и ее тренер Марина Наша Сергеевна гордость, конечно. Лисковская, они сегодня получили сертификаты от имени главы Республики Крым за те санкции, к сожалению, которых они не смогли участвовать в паралимпийских играх. Кроме того, доступная среда, о чем говорила Елена Васильевна, очень большое, огромное ей спасибо за то, что она поддерживает спорт. И обязательно в каждый год включаются спортивные объекты в эту программу. В этом году уже сделаны проектно-изыскательские работы, профинансирована сумма в размере 300 тысяч, и этот объект, переходящий в городе Симферополе, стадиона Центра спортивной подготовки, на следующий год в сумме 5 миллионов будет адаптирован полностью и спортивный зал, и коридоры, и те зрительские места, где даже если инвалид не принадлежит спортивному сообществу, но хочет прийти за равного ему поболеть, да, он может беспрепятственно это сделать. И здесь мы решаем индивидуальным проектированием. И это позволяют сегодняшние СНИПы Российской Федерации. Конечно. Мне очень бы хотелось сказать, что сегодня у нас работает и Центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки. Ежегодно государство в лице главы Республики Крым, в лице бюджета Республики, который на сегодняшний день испытывает определенные трудности, но это 15 миллионов и 5 миллионов на организацию и проведение таких же мероприятий, которые сказала моя коллега Евгения. Это значит, что мероприятия сами по себе несут социальную направленность, а люди собираются друг с другом, они не чувствуют одиночества, они чувствуют поддержку, опору государства. Вот так родился проект, который поддержал глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов под названием «Пара Крым», которые сегодня в Крыму представляли 53 региона России. И наши паралимпийцы, и просто инвалиды, которые туда приехали, почувствовали это общее дело и почувствовали, что они в большой спортивной семье, где есть общение, есть спорт, есть отношение друг к другу. И самое главное, людей, которые хотят им помочь. Спасибо. Виктор, спасибо большое. Вы присаживайтесь, но у меня, мы же не мы, если ложку дегтя-то не подкинем вам. Я показывала видео, был в Евпатории в воскресенье, да, снимали сюжет мы о соревнованиях по адаптивному карате. Так вот, представителей Министерства спорта там не было. Почему? В воскресенье, значит, у всех выходной. Решили не поддерживать. С вашего разрешения. Конечно. На самом деле это мероприятие было городское, города Евпатории. Так. Но Министерство спорта Республики Крым приняло все для того, чтобы вот эта девушка, которую зовут Анной, она сегодня представляет интересы паралимпийского адаптивного спорта в карате. И на сегодняшний день
принципиально главой администрации города Евпатории уже дано поручение на аппаратном совещании выделить две ставки для того, чтобы обеспечилась работа с детьми и подрастающей молодежи, которая представляет именно инвалидов города Евпатории. И вот эти показательные выступления, мне очень приятно, что поддержал и президент Федерации карате, и почетный президент, который сегодня является депутатом Государственной Думы Российской Федерации, Михаил Сергеевич Шеремет. Вот лично его участие в этом вопросе, действительно, и участие главы администрации Евпатории сделало одно хорошее дело. Кроме самого мероприятия, сегодня люди с ограниченными физическими возможностями получили возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это дорогого стоит. Спасибо большое. Мы всегда, Виктор Иванович, вас рады видеть. Если будет что вам еще дополнить, сказать, вы обязательно присоединяйтесь к дискуссии. Юлия Ткачук у нас в зале присутствует. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Я знаю, что вы недавно в доме престарелых оборудовали пандусы, да? Вы представитель бизнеса. Вот в чем сложности взаимодействия? Это не вы. А это вы, пожалуйста. Добрый вечер. Екатерина, компания РБС Групп. Екатерина, извините, пожалуйста. Ничего страшного. Не только на Надинского доме ветеранов мы помогли, не скажу, что адаптировали. Мы помогали в адаптации этого здания, цирк, 7-я поликлиника. Мы пытаемся помочь, пропуская через сердце. Вы помогали как финансово? Нет, знаниями. Сегодня вечером мы обсуждаем тему опорно-двигательная система. Но маломобильная группа населения – это также слабовидящие, слабослышащие категория населения, про которую мало адаптации в Крыму. Питер, вот насколько я знаю, 300 автобусов оснащено системой «Говорящий город». Да, к вам вопрос, почему у нас такого нету системы «Говорящего города»? Можно же закрыть глаза, и мы не попадем ни на остановку. Мы не найдем автобуса. Все правильно. Да, давайте. У нас проходило тестирование, но почему-то не прижилось. Современные автобусы оснащены этой системой звукоинформирования в салоне автобуса. Значит, на сегодняшний день проводится работа и разработана программа по развитию транспорта на 2017-2021 год, в которой запланировано внедрение интеллектуальной транспортной системы. Что это значит? Это значит комплексное управление пассажирским транспортом, соответственно, всеми, куда включено информирование пассажиров и электронное табло на остановках общественного транспорта. И, соответственно, управление дорожным движением в городе, автоматическое управление, система автоматического управления дорожным движением. Спасибо. Так что работа в этом направлении проводится. Елена, есть вам что-то дополнить? И на следующий год предусмотрено финансирование. Да, это немножко другая система совершенно. Я знаю просто про этот проект. Это немного другая совершенно система. Система «Говорящий город». Да, завязана. Это некое устройство, которое имеет инвалид у себя в руках. Оно небольшое, как типа маленького дистанционного пульта, которое ему подает сигнал, что, допустим, в 5 метрах от тебя находится остановка. Ты пришел на остановку, ему подается сигнал о том, что приближается троллейбус номер 5, движется по такому-то маршруту. И вот это дистанционное управление ему подсказывает, что на нужной остановке, вот эта нужная остановка, ему нужно выйти. Там через 10 метров находится продуктовый магазин, через 5 метров находится аптека номер 5. Вы движетесь там по улице Горького, вы поворачиваете на улицу Пушкина. Вот это для слепого человека дистанционное устройство, которое работает его глазами. Такой эксперимент мы проводили в прошлом году, буквально там на одном маршруте, на двух троллейбусах, по-моему, да, была установлена эта система. То есть мы испытывали, и при этом на каждом здании в городе, административном, частном,
куда приближается человек, должно быть установлено тоже соответствующее устройство, которое подает сигнал на это дистанционное управление, и принимает этот сигнал, и инвалид понимает, к какому зданию он подходит. Это очень дорогое, конечно, удовольствие нам только об этом мечтать, потому что, ну, во-первых... Понимаем. Говорящий город — это питерская система, она там производится. Конечно, Питер мог себе это позволить, будем стремиться к этому тоже. Спасибо. Сегодня на здании Совмина такая кнопка. Екатерина, все-таки в продолжении. Вы помогаете, как бизнес, я так понимаю, да, вы помогаете, пусть, да, представитель завода, бизнеса, да. Как оборудование. Что вами движет в этом вопросе? Как вы показываете пример своим коллегам, которые, может быть, тоже захотят присоединиться? Сделать что-то приятное обществу наконец-то. Ну, доброта движет, и все же все люди одинаковые. Мы едины и одно целое. И надо, если каждый будет друг друга поддерживать, не без зависимости, да, какая социальная категория граждан, то намного станет проще жить каждому. Вот. Также в адаптации прошу всех, да, не забывать, что есть слабослышащие, слабовидящие. С цирком, да, мы закрывали глаза, мы пытались пройти по этой тактильной плитке, чтобы было намного легче. То есть давайте стараться, давайте пытаться адаптировать. Мы проводим также обучение, все для проектов, подрядчиков. Будем стараться дальше. Спасибо. Но если возвращаться, Леонид, к спорту, я вот видела на видео и, конечно, восхищена. Как, откуда вы узнали информацию? Как можно заниматься, прыгать с парашютом? Это вы были видео, да? Откуда вы информацию черпаете? Ну, если можно, я маленькое отступление. Вот по статистике, каждый человек, доживая до 64 лет, 40% вероятностью уже имеет какие-то отклонения со здоровьем. Либо зрение, либо внутренние органы, либо опорно-двигательный аппарат. К 80 годам каждый из нас будет 100% инвалид с какой-то из проблем. Статистика. Касательно моей поездки во Францию и участия в прыжках с парашютом, все началось к тому, что я приехал в поликлинику и сказал: здравствуйте, мне нужна справка о том, что я могу прыгать с парашютом. Вот, пожалуйста, ну, как-то да, так. Нужна вам справка. И что вам сказали? Ну, я был убедителен, потому что это было требование французской стороны, это было приглашение в Французской Федерации парашютного спорта, команде Российской Федерации, в которую два человека из Крыма были включены. Это я из Феодосии и Борис Небреев из Симферополя. Он был моим тандем-мастером, хотя сам является человеком без ноги. Мы когда приехали во Францию, нам наши коллеги сказали, что это первый человек в мире, который является тандем-мастером, который страхует жизнь человека, который перед ним висит, и сам при этом является человеком с инвалидностью. Вот. В Франции мы выступили. Мы переживали очень, что нам визу не дадут. Я думаю, мы же крымчане, у меня паспорт обычный, и мы получили его в ФМС, да? Как и все загран, да? Мы поехали во французское посольство. Может быть, какие-то сопроводительные документы, конечно, помогли, но виза у меня на полгода в Европу, да, открыли без проблем. На следующий день. Да. Я к тому, что вот, чтобы мы вот все равно за все эти санкции, все такое, все равно это все это проходит. И что приятно было, когда мы приехали в Францию, спросила, как вот так, мы из Крыма, вы нас пригласили, нам приятно. Это, нам сказали такие простые слова: для нас спорт выше, чем политика. Ну, вот такие откровенные люди. Пожалуйста, вы хотели высказаться? Хотел высказаться. Да, очень я много видела тем вашу прошло. Руку. Да. Я, наверное, по порядку буду. По поводу Министерства соцполитики. Да. Вы писали положение по поводу социального такси, правильно? Вы же его разрабатывали. Положение, как использовать. Потом внесли в него изменения. И так в нем и не появились те очень важные моменты, которые... То есть невозможно воспользоваться социальным такси для того, чтобы поехать в зону отдыха. Допустим, тот же самый пляж. Есть города, где пляж находится очень далеко. Ну, это к примеру. Заняться спортом и для того, чтобы поехать в спортзал или тренажерный зал, мы говорили про это, да, тоже не включено.
И очень много таких нюансов, на которые мы писали вам письма, обратить внимание, так и не обратили внимания. А если взять вообще человек, если вдруг с инвалидностью начал работать, и не, ему давайте надо о социальном такси, мы сейчас что-то ему надо, и ему тоже, надо работать и воспользоваться социальным такси, то вся зарплата у него идет на социальное такси. На социальное такси, понятно. То есть она тоже... такси. Да, но оно не включено. Просто стоимость в нем гораздо меньше, чем тогда в обыкновенном такси. Тогда не пишите, такси. Что это социальное. Говорите, что это такси. Нет, ну такая а стоимость форма, насколько меньше? Форма там, названия раз? Такой услуги, она во всей Российской Федерации, во всем мире называется социальное такси. Речь идет о том, что... Ну, это... Не, ну вы дослушайте, в... подождите, сейчас нет, давайте нет, мы ответим. Я раз вы по порядку, договорю уже чуть-чуть. Давайте. И а, потом ну, уже, договорите. Допустим, тот же самый город Москва или Санкт-Петербург написали отдельной строкой, что тот человек, который работает, имеет, там, допустим, 200 часов в месяц для того, чтобы пользоваться социальным такси. То есть Министерство труда и социальной политики, которое должно об этом заботиться, об этом почему-то не подумало. Это первый момент. Второй момент по поводу трудоустройства. Вы знаете, есть очень... Нет, такой... давайте тогда мы социально... Я просто хочу по порядку, иначе у нас же каламбур будет. Нам же хорошо. Нужно все спросить у Елены Васильевны. Социальное такси. Такси. Если вы изучали тематику по всем субъектам, вы найдете единицы субъектов, в которых вообще в городах есть такая услуга. Нам эта услуга пришла по наследству. Когда-то там ее придумали в программе соцподдержки. Не знаю... ну, может быть, тогда модно было рекламировать это. Но мы в 2014 году, нам дали средства, мы приобрели адаптивные автомобили по одному на каждый район и на каждый город. Что может сделать одна «Газель» на 8 мест, когда, к примеру, в городе Симферополе проживает 15 тысяч инвалидов? Понятно. А это... сколько стоит перемещение оплат? 30 рублей. 50. А, 50 рублей. 50 рублей. Угу. Но... мы же тоже учимся. Вы думаете, что мы прямо вот сразу родились и такими вот умными все стали? Мы тоже учимся, тоже шишки набиваем. Когда была проставлена эта услуга один раз в месяц бесплатно, понятно, что, ну, во-первых, инвалиды, ну, нужно было понимать, что это такое социальное такси. Одни и те же инвалиды заказывали социальное такси, и, собственно говоря, не все успевали попасть в эту очередь. Вот сегодня, допустим, кто-то пользуется, город Белогорск, для них это было не актуально, потому что у них вообще любое такси стоит 50 рублей. И машина просто стояла, реально. Но зато в городе Кирчь очень активно используется даже этот один автомобиль. Хорошо, это а почему не прописали начало? Вот этот вот момент? А почему не прописали вот этот вот момент? Может быть, потому что... Ну, потому что есть обязательный перечень... Программа социального такси давно разрабатывалась. Дело в том, что эта программа, вы же понимаете, что это, то есть для того, чтобы кто-то вам предоставил 200 часов, откуда-то должны взяться деньги для того, чтобы заплатить этому человеку за бензин, там, я не знаю, за работу тоже, это заработная плата водителя и так далее. То есть, значит, нет финансирования. Просто на эту изначально, нет, изначально просто необходимо, ну, мы уже потом стали смотреть, как же в других субъектах России это действует. У них работает это только в одном отдельно взятом городе, в столице, к примеру. Работает 20 автомобилей, целый диспетчерский пункт, который оплачивает отдельно. Это дорогое удовольствие содержать «Газель». Дорогое удовольствие. Для того, чтобы сегодня очень много работало автомобилей социального такси, адаптивного, мы имеем в виду, там, где есть подъемники, да, для колясочников. Ну все, все понятно. Это пока не предусматривается, мы, и пока мы не будем в этом пока направлении. Сегодня, да, приобрести все. Дополнительные пожалуйста, автомобили. И по поводу трудоустройства. По поводу трудоустройства, знаете, есть хороший пример. Если все государственные структуры возьмут к себе на работу людей с инвалидностью, их станет, ну, больше людей с инвалидностью станет работать. Потому что то, что сейчас происходит, то есть центры занятости работают, они требуют как бы места у бизнеса. Угу. А сами же государственные чиновники, ну, структуры, не берут на себя на работу у людей с работают. Инвалидностью. Хитрят, да? Сколько? Сколько в министерстве туда работают людей с инвалидностью? А вы приезжайте, посмотрите, мы вам расскажем. Спасибо. Нет такого законодательства, если бизнес так, должен, законодательство да, работает а, в МВИ, предприятия тоже, законодательство работает для всех. Ну вот. Там, где, в любом, значит, будут штрафовать, значит, конечно. Министра будут штрафовать, значит, любого будут директора предприятия. Будут штрафовать любого чиновника, либо руководителя было предприятия. Было бы приятно. Еще две маленьких ремарки. Будем надеяться, что будет штрафовать. Это вот самое приятное. Очень, конечно, приятное. Скрытые камеры. Нарушают, пусть это... Поэтому вопрос я могу добавить. В администрации города совместно с прокуратурой проводились обследования 104 объектов в этом году социальной инфраструктуры.
было составлено по 69 объектам совместно с органами прокуратуры были выявлены нарушения законодательства именно в сфере доступности. Угу. Составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. Подано 20 исков в судебные органы, по 19 из которых исковые требования удовлетворены. Только там, знаете, тут вопрос, какие штрафы там. Я думаю, что, может быть, не совсем большие или большие. Нам радоваться или огорчаться? Не знаете, какие там суммы? Не прописано? По штрафам не знаю. Значит, 40 объектов размещены в карте доступности и размещены на интернет-портале. Ну, интересно, правда. Вы хотите добавить по поводу этого? Давайте. Инвалидов работает, в принципе, достаточно, я думаю. Просто мало работает людей с ограниченными возможностями. Инвалид, потому что он может быть по зрению, инвалид, может быть, у него нету почки, ну, что-то еще какие-то врожденные. Работает, это, ну, я как бы знаю. А по поводу центра занятости, да, есть квотирование государственное, которое старается выполнить. Но есть такой момент, если предприятие подало вот, ну, со своей квотой, у них, допустим, 4 человека должно быть. Ну, они двух устроили. Два зависло. Я спрашиваю сотрудников центра занятости, как бы, ну, какой срок? А сроков нет. И прокуратура у них узнавала, и прокуратура не может выписать штраф. В смысле, сроков нет? То есть люди говорят, а мы подаем, а мы, значит, да. Да, они подали. Все, они подали, они создали место, они показали, да, что вот, ну, мы возьмем инвалида. Ну, когда? Через месяц, через два, через три, через пять об этом не говорится. Плюс при нашей доступности, да, то, что мы говорим, доехать и так далее, есть помещение, в которое войти невозможно инвалиду. Ну, или занести, ну, конечно, ребенка, да, даже. Дверные приемы в поликлиниках, поликлиники, и в других, да, учреждениях. Такое не совсем. Поэтому как бы немножко вот штрафов нет. Если вернуться к Украине, они были. Если не устроены инвалиды, приходили, там все как бы проверяли. А вот, ну, в России нету. Спасибо. Мамочкам, дайте, пожалуйста. Знаете, наверное, еще большая проблема многих в том, что мы беремся сразу за все. И хотим получить результат отовсюду. Мне кажется, было бы правильно максимально взять основные полагающие моменты, без которых инвалиду невозможно жить. Вот, например, мой ребенок, неходящий ребенок, она ходит в школу. Я истинно этим горжусь и хочу вот сегодня об этом сказать, потому что многие мамы об этом не знают. Это школа, например, «Надежда», в которой мы учимся. Это один из примеров, где вот ответ на третий вопрос заложен. А откуда, да, как работать с обществом для того, чтобы они по-другому относились к инвалидам? Вы зайдите в эту школу, вы посмотрите, как дети относятся с уважением к колясочникам, к глубоким детям с ДЦП или другими моментами. Это нужно начинать с детей, потому что взрослый человек, мне так кажется, к сожалению, поймет это только тогда, когда в его семье появится человек с ограниченными возможностями. Тогда он будет более сострадательно относиться. Я, наверное, буду комментировать вот по социальному такси. Я вообще не знала об этом проекте. И вот, например, могу вам сказать, что, например, лично меня, как маму ребенка-инвалида, не столько это волнует, сколько тот же пандус. Даже в центре города сейчас проводится реконструкция, и я вижу, как люди с колясками, с детками, не обязательно инвалидами, не могут спуститься по новым пандусам. Да. А вы по каким моментам они делались, скажите? А вы попробуйте на такой коляске проехать по новым не рельсам, а вот выкладывают плитку тротуарную. Угу, да, да. Это вот такая тряска, вы знаете, просто с улыбкой смотреть невозможно. Кто эти проекты утверждает? Это большущая проблема. А невидящий человек, да он споткнется тут же. Вот, наверное, вот, с этих мелочей нужно все начинать. Охватывать все не нужно. И, конечно, начать когда это проводят главного, эти тендеры, конечно, об этом пройти, не думают, но дойти однозначно. И зайти. Спасибо большое. Можно господину министру вопрос? Да. А вот общественная организация наша, Ассоциация инвалидов, где-то с 2013 года обращается в ваше ведомственное учреждение за разъяснением. Вот Центр профессиональной реабилитации инвалидов. Когда в Крыму люди на колясках, люди, у которых протезы нижних конечностей, люди, которые получили травму позвоночника, смогут получить возможность выучиться на права. Расскажите мне, где в Крыму это может сделать человек на коляске? И посмотрите, еще момент. С 2014 года ответ госпожи Щевинской. С января 2015 года люди с инвалидностью смогут обучаться на курсах вождения автомобилем в нашем центре. 2016 год. Ну, песня продолжается. Скажите, вот вы посоветуете, что нам делать? Ну, куда нам дальше обращаться? Или как нам быть? Ну, вот
Или просто сколько ждать, когда это запланируется, чтобы вы не писали письма, а просто подождали? Центр профессиональной реабилитации инвалидов не обязан вообще какие-то там автовождения обучать. Это не предоставлять эти абсолютно услуги, верно. Есть специальные. Нет, я вам сейчас скажу. Класс действительно был оборудован. Ну, в адрес Людмилы Александровны, я просто... Это человек, который работает только для инвалидов. Чтобы вы понимали, если вы ее не знаете, то вы должны с ней познакомиться. Ей, я думаю, что... Ну, ее уже многие знают во всем мире. Это ее была личная инициатива оборудовать такой класс. Класс оборудован, но для того, чтобы вас, инвалидов, обучать этому автовождению абсолютно бесплатно, для этого нужен автодром. Автодрома у центра нет. Машина какая-то специализированная должна быть, наверное. Все это... уже мы закупили. Угу. Закупили программное обеспечение. Выделили нам уже, слава богу, в городе Евпатории, выделили нам землю. Теперь мы обустраиваем автодром. Подождите, это а зачем его обустраивать, средств? Если можно заключить договор, наверное, с теми автошколами, где есть автодром? Ну, каждый зарабатывает, это же часы, каждая школа частная, любая, даже какая бы она ни была там государственная, у них есть определенные часы, когда они обучают своих... Ну, в общем, не хотят предоставлять, понятно, называется, обязать? Называется курсант или как далее. Но мы же тоже не можем сидеть и ждать, когда инвалидам дадут 2 часа вечером или ранним утром, правильно? Mm-hmm. Если инвалид приезжает в центр обучаться, у нас же тоже должно быть расписание свое, когда мы имеем свободный доступ. Вот, поэтому мы, городской совет Евпаторийский выделил участок земли, где обустраивается автодром. Это будет, собственно, автодром, который мы не будем зависеть от кого. Вот. Но его, так, ну, там же надо но это в течение там, полутора лет, наверное. Ну, я не могу вам сколько? Этого сказать, потому что это средства. Вы думаете, что нам выделяют бюджет резину? Скажите, а автошколы раньше, вот в каждом городе, в принципе, была автошкола, где было транспортное средство с ручным управлением. И человек мог в обычной автошколе, ничего ж не надо придумывать, обучаться. Сейчас таких даже автошкол. Я захочу заплатить деньги, чтобы выучиться на права, я свои деньги... Ну так это вопрос, это уже другой вопрос. Где социальный тут давайте бизнес, вместе который... будем этот вопрос решать, если есть такая необходимость, потому что на протяжении вот 2,5 лет массового обращения, что мы хотим прямо вот во всех городах учиться, потому что вы же понимаете, в центр тоже все инвалиды Республики Крым не смогут приехать обучаться вождению. Хотя... Это очень интересное направление. Ну, я думаю, что для того, чтобы увидели, то мы возвращаемся к тому, с чего начали. Для того, чтобы поняли, какое количество нуждаются именно в такой услуге, нужно, наверное, обращаться. Может быть, какие-то можно подписи. Да, чем мы говорили, что нужно жаловаться. Если заинтересованность. Да. Да, уважаемые наши зрители с инвалидностью, которые хотят... И видят для себя такую потребность обладать этим пусть навыками. Пусть к вам, да, сначала, изначально, может быть, к вам обращаются, могут вы потом соберете подписи какие-то. Но лучше напрямую какие-то, в министерство, да, что есть такое, что, да, такая потребность. Да, если это только от вас будет письмо, надо. Вы же поймите, да, подумаете, что только вы желаете. Ну, как конечно. Бы, да, так, такое. Нет, поэтому, ну, просто нужно понимать, что невозможно сразу вот... Все есть, сделать, сразу понятно. Же одномоментно все сделано. Сегодня этот центр, вообще он уникальный. В Российской Федерации ни в одном субъекте такого центра нет. Он и по сей день остается лучшим в Европе. И мы ездили с этим центром на выставку международную «Реабилитация. Доступная среда» в Москву, в Сокольниках. Целую неделю мы туда вывозили 5 рабочих мест для инвалидов вместе с инвалидами-колясочниками, которые прямо в Сокольниках вот, на своих рабочих местах показывали, как они обучились, получили профессию. Ну, это понятно. Они открыли собственное дело. Угу. Они, ну, понятно, что есть... Спасибо, Елена да. Дим, да. Пожалуйста, давай... Очень хочется как можно больше, на самом деле, давай, сейчас как или блицом, озвучить или вопросов и тоже просьб конкретных, только конкретные. Итак, подскажите, пожалуйста, что положено из технических средств реабилитации инвалиду с травмой шейного отдела позвоночника? Где это можно узнать? Потому что на МСЭК себе вот это средство реабилитации выбить невозможно. Ну, пожалуй, я отвечу на давайте. Этот вопрос. Существует перечень технических средств реабилитации, которые нужны инвалиду. И, соответственно, они выделяются на основании индивидуальной программы реабилитации. И только бюро МСЭ может принять решение о назначении того или иного средства реабилитации в соответствии с индивидуальными особенностями инвалида.
То есть в любом случае через, ну, через бюро. В любом случае работать. Через бюро. Хорошо, давайте тогда следующий вопрос. Я инвалид третьей группы, очень хочу платить за коммунальные услуги по льготе, видимо, которая положена. Но мой дом не относится ни к какому МУПу уже. У нас нет ТСЖ. Мне негде взять форму номер 9 о составе семьи и дальнейшее вот оформление производить. Что делать, к кому обращаться из Симферополя? Телезритель Юрий. Когда составят, мы разберем, свяжемся с заявителем. Спасибо. Хорошо. Да. Еще пару вопросов. Тут да, конечно, давай. Я думаю, что мы должны эти вопросы... Вот на улице Ракетной в Симферополе департамент по соцзащите Симферопольского района. Здание подвальное. Зайти в него инвалидам очень трудно. И даже нет элементарного туалета для инвалидов. Дальше. В районе маршала Жукова в крымской столице нет ни одного пандуса и никаких условий для инвалидов. Просим обратить внимание на наш район. Александр. Юрий Витальевич, ну запишите. Это передадите вот. Тому, кто еще вопрос, за это отвечает, кстати, вот хорошо. Такой, наверное, все время возникает. Но давайте еще озвучим. Не знаю, где можно отремонтировать инвалидную коляску, осуществляется ли такой ремонт и где. Елена Борисовна из Симферополя спрашивает. Сегодня в Симферополе открыт на улице Ломоносова 10 центр протезирования, это в рамках государственного частного партнерства, где будут желающие могут обратиться не только за протезированием, но и за ремонтом инвалидных колясках. Есть такой же ресурсный центр в городе Саки. Это открываются такие центры общественными организациями инвалидов. В городе Саки такой ресурсный центр открыт, и вот в Симферополе появился тоже такой центр. Пожалуйста, Ломоносова 10, можно обращаться. Спасибо, можно да. И вот Виктория Горольда. Хочу дополнить Елену Васильевну. Если коляска приобреталась фондом социального страхования, как я уже говорила ранее, значит, у нее существует гарантийный срок. В период гарантийного срока ремонт производит поставщик на основании гарантийного талона. Если гарантийный срок коляски окончен, а у нас коляска служит 4 до 6 лет, то гражданин, опять же, должен обязательно обратиться с заявлением в органы фонда социального страхования. У нас создана специальная комиссия техническая, которая выйдет к инвалиду на дом, определит степень поломки этой коляски, что сломалось. И, соответственно, за счет фонда социального страхования будут оплачены услуги по ремонту этой коляски. Но, опять же, обязательно нужно обратиться с заявлением в орган. Ну и, собственно, смогут передать в ремонт, потому что человек просто не знает, где ремонтируют, да? Помогут. Да. А вот по практике, проще заменить или отремонтировать чаще всего? Как? Ну, чаще всего проще заменить. Хорошо, еще буквально пару Потому вопросов что у нас китайский. Есть новенькие. Мы это знаем. Где найти номера телефонов социального такси в Белогорске, о котором говорили, если его не закрыли уже? В Белогорске не действует социальное такси. Уже не забрали, действует. Наверное, да. Перекинули на Керчь, где нужно было. Ясно. В санатории Бурденко. Ага. Да, Сюда. Есть еще один вопрос, такой достаточно проникновенный. Почему нет льгот для особенных детей на путевке в Артек? У меня ребенок инвалид второй группы. Девочка мечтает попасть в Артек, но не берут по льготе. Наталья из Красноперекопска. Ну, мы ответить на этот вопрос навряд ли сможем. Ну, вообще Артек, потому, это он даже да, не республикан, это Минобраз Российской Федерации. И... Да. И поэтому не знаю, кто. Ну, наверное, к Наталье Георгиевне, может быть, пусть обратятся в Министерство образования, там разъяснят. Ну, да. Евгения, не такой... все обычные дети попасть могут. Что? Не все, по-моему, не все. Не все могут попасть желающие. Вообще, даже крымчане негодуют по поводу того, что слишком небольшая у нас квота. Вот в Артек, это да. И все-таки нам напоминают по поводу улицы Ракетной, департамент соцзащиты Симферопольского района. Что у них там происходит? Администрация работает. Это да, учреждение Симферопольской администрации. Они действительно находятся... У них нет собственных помещений. Мы... пытались помочь им тоже найти помещение хотя бы на первом этаже где-то, но у Симферопольского района, к сожалению, в городе Симферополе нет никаких зданий. Знаю планы руководителя Симферопольской администрации о том, что будет, возможно, построено административное здание, определяется участок. Но сегодня такая проблема существует, к сожалению. Проблема существует. Я еще раз хочу напомнить телезрителям, что мы звали Геннадия Сергеевича Бахарева и его замов на наш эфир для того, чтобы мы смогли ответить на все эти вопросы наших телезрителей. Но, к сожалению, некому ответить. Евгения, вот очень много вопросов поступает у нас, да, от людей. Они в какой-то степени не могут получить информацию. Мы когда-то на каких-то наших, на прошлых эфирах говорили, вы, по-моему, присутствовали, говорили о том, что, может быть, создать какой-то единый портал, может быть, общественники создадут или кто-то еще, для того, чтобы аккумулировал в себе вот эту ту информацию, нужную для людей с ограниченными возможностями.
Как вы думаете, насколько это было бы действенно, и, может быть, кто-то из ваших коллег бы согласился бы на это? Ну, вообще, у нас когда-то была идея вообще создать такую карту, чтобы по городам Крыма любой человек или родитель ребенка с ограниченными возможностями мог знать в его городе, куда можно повезти, где есть доступность, или в театр, или в кинотеатр, или в какой-то, какие-то кружки и так далее. Но как-то замерзла эта идея осуществить. Я думаю, что общественная организация все-таки задумается на эту тему. И чтобы давайте вот мы давайте проект, попытаемся грант, призвать их. С помощью гранта сделают такой портал, правильно? Да. Да, да, пожалуйста. Ну, я сейчас, ну, давайте, да. Социального страхования. С 15-го года, вот я инвалид первой группы, на коляске, я не могу попасть в Бурденко, потому что мне дают путевки в другие санатории. Это Гелиус, это Приморье, это Керчь, в которые... А вообще... вы какая в очереди? Мы вот говорили о том, что люди в Бурденко... Я не знаю, какая я в очереди, но мне дают путевку туда, куда я не могу на коляске вообще попасть. Вообще человек нуждается в уходе, и человек на коляске, и даются такие санатории, куда вообще не приспособлены. И я третий год, вот уже пошел третий год, я через фонд социального страхования, я никуда не езжу. Да, они объясняют то, что... Вот тендер выиграли, мы выиграли тендер в такой санатории, мы выиграли тендер в такой санатории. Ну, тут послушайте, я, Бурденко, знаете, я вас прекрасно понимаю, считаю, что это неправильно. Значит, не так прописали же условия этого конкурса, тендера. То, что кто выиграл тендер, они же не знают, кто выигрывает, вы же поймите. Они же не видят, какие санатории заявляются. Но дело в том, что это может быть их недоработка, что они не прописали в этой конкурсной процедуре, что должны быть такие-то условия. Это да. Нет, я... Можно ответить? Сейчас ответят. Смотрите, дело в том, что прописано все как положено, но конкурсы проводятся по определенным нозологиям. У вас, очевидно, или неврология, или опоры движения, правильно? А санаторий Бурденко, он как хозяйствующий субъект выходил к нам в конкурсы только по лечению травм спинного и головного мозга. Поэтому хочу. То есть поэтому вам... вы уже не направляете вот людей с другими диагнозами? Ну, мы объявляем конкурс по разным нозологиям. Да? Травмы спинного мозга, выходит Бурденко. Объявляем неврологию, выходит кто угодно, но Бурденко не выходит, у него другая... Но если у человека неврология, вы в Бурденко его не отправите? Мы или отправим как? Туда, какой санаторий выйдет в конкурс, будет участвовать. Я понимаю. Он выиграет. Ага. Бурденко, не выходит на неврологию опоры движения. Но нами достигнута уже договоренность, и мы упросили руководство санатория Бурденко, чтобы на следующий год он обязательно вышел и участвовал в конкурсах и на неврологию, и опоры движения. И мы этот конкурс проведем отдельно для людей с ограниченными возможностями в передвижении. То есть для тех людей, которые на колясках, под них будет совершенно отдельный конкурс. Поэтому я думаю, что в 2017 году вы попадете в санаторий. Ой, ну... Давайте, скажите, и мы дальше... Наверное, благодаря вашим корреспондентам вот эта программа состоялась. Потому конечно. Что я вызывала в Перово корреспондентов, где я проживаю. И так как я инвалид на коляске, 10 лет у меня стоит пандус такой, что я переворачиваюсь. Ваши корреспонденты это все вот, видели. Вот, пожалуйста, мы его видим. Да, это просто жуть. Это просто... Это раз. Во-первых, я не могу... выехать со двора, где вот такие ямы, колдобины. Тысячу раз выделялись деньги, тысячу раз. Вот видите, это корреспондент так везет. Вот еще один инвалид. Который... Ну да, то, о чем мы говорили. О том, что да, мы вообще вот закрыты, инвалиды в Перово, вообще мы не можем ни в магазин попасть, мы не можем в больницу элементарно сдать анализ крови. Но это не только здесь, мы же говорили о том, что нужно все-таки чиновников на коляске посадить. Еще про Бурденко, значит, смотрите, почему... Давайте мы закроем, потому что мы обсуждаем, у нас... Спасибо. Я хотела к Елене обратиться по поводу...
детского образования. Вы говорили о том когда-то, да, что не хватает инклюзивных классов каких-то или инклюзивного образования. Ну, я не говорила, я вообще как бы немножко не нравится инклюзивное образование. Мне больше нравится индивидуальная форма обучения с детьми с особенностями. Вот наша, в том числе, наша школа «Надежда», о которой говорила Оксана, да, это школа, в которой предусмотрена группа социально-бытовой реабилитации детей, где дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, они находятся, колясочники, у них есть тьюторы, и, ну, так сейчас называются воспитатели по-модному, вот, которые им помогают, их кормят, их полностью обслуживают, и я своего ребенка-колясочника привожу в 10 утра и забираю в 4 дня, и я спокойна, что ребенок накормлен, отведен в туалет, обучен. И в этом плане, конечно, мы очень благодарны школе. Вот инклюзивное творчество — это интересно. Вот творчество, когда привлекаются к работе с детьми-инвалидами не просто здоровые люди взрослые, а подростки. Вот в данном случае мы проводили множество мероприятий творческих, когда с нашими детьми подопечными работали художники-подростки. Они практически где-то одного возраста, ну, те немножко постарше, вот, и они общаются с ними совсем по-другому. Это удивительно, как вот смотреть, как вот они находят общий язык. И все мы говорили о каких-то спортивных достижениях, о каких-то, вот когда дети, да, достигают каких-то высот, а мы занимаемся простыми вещами. То есть мы позиционируем семью. Вот у нас семейное творчество в первую очередь. И дети, и волонтеры, студенты, которые помогают нашим детям. Спасибо. Пожалуйста, мамочка, выскажитесь. Немножечко дополнить. Я не совсем мамочка, я как раз... Ой, извините. Ничего страшного. Ну, то есть я мамочка, но у меня не особый ребенок. Я просто участвую в этих процессах очень активно. И я курирую как раз студентов-волонтеров, которые занимаются с нашими особыми детками. И, наверное, один из вариантов решения изменения общественного мнения – это привлечение молодежи в первую очередь к взаимодействию, обучение, ну, к социальному кураторству. То, о чем говорила ваша соседка, конечно, когда да, это нужно когда с детства, наверное. Когда они видят этих деток, когда они с ними общаются, они уже не шарахаются от них в городе, не отворачиваются, не корчатся, а наоборот, помогают им. И как раз вот развитие социального кураторства мы вот, как организация, заключили сейчас договор с Крымским центром развития профессионального образования и планируем ряд обучающих семинаров в Евпатории на базе нашего филиала для студентов, молодежи, как обращаться с детками, как их сопровождать, работать с ними, спасибо, творить и так далее. Итак, в заключение нашего эфира. Мы очень много проблем сегодня, да, озвучили, и как-то так и в той сфере, и в той сфере, и в той сфере, и мамочки у нас выступали, да, для деток, и взрослые люди с ограниченными физическими возможностями, представители власти. Вот я бы хотела, чтобы наши гости и гости в зале тоже высказались. Может быть, каждый назвал одну ту проблему, или, может быть, мы сделали, да, такие хотя бы 5 основных проблем назвали бы, которые необходимо сейчас решать, именно начинать сейчас, для того, чтобы для того, чтобы среда была доступной, скажем так, да, для людей с ограниченными возможностями. Елена Васильевна, с вас начнем или с общественников? Кто? Давайте кто высказываете? Давайте. Он же первый начинал. Хорошо, давайте. Как вы завернули? Хорошо, ну, я бы хотел, наверное, обратиться ко всем людям с инвалидностью. Надо быть просто полезным. Быть полезным не только своим близким, быть полезным тем людям, которые нас окружают, тех, кто живут с вами на лестничной площадке там, или рядом в доме, в соседнем, и стараться всегда быть полезным и помогать, чем можете. А я знаю, что мы можем это делать, и мы можем помогать не только тем людям, которые тоже с инвалидностью, но мы можем помогать тем людям, которые здоровые. Да? Когда мы в Феодосии сделали мастерскую по ремонту средств реабилитации, а потом стали выдавать средства, которые у нас есть, лишние костыли, здоровым людям. Он поломал ногу, но мы ему помогаем. Дали костыли, он выздоровел, пошел дальше своей дорогой. Но инвалиды приняли участие в выздоровлении здорового человека. Это тоже хорошо. И чтобы вот этот вот момент, что мы не только получатели социальных благ, но и не потребители, а именно партнеры и друзья, и мы просто крымчане. Да, спасибо большое.
Пожалуйста, Лен. Ну, я немножко не о проблемах, не хочу. Давайте. Говорить слишком много. Да, о позитиве. Вот я хочу пригласить и зрителей, и вот наших гостей. Да, 6 декабря в Дворце культуры профсоюзов состоится семейный фестиваль «Радужный путь». Наша организация является учредителем этого фестиваля. И на этом фестивале дети демонстрируют свои семейные такие проекты, да, творческие в различных номинациях. Это то, что ребенок с ограниченными возможностями в тандеме со своей семьей может подарить обществу. А это действительно очень многого стоит. Пожалуйста, Елена. Услышала сегодня в ходе нашей встречи отношения водителей. Я хотела бы дополнить коллегу. Он говорит, в инструкции были прописаны требования по тому, как работать с инвалидами, но я хотела бы сказать, что ранее это не было закреплено на законодательном уровне. На сегодняшний день министерством Елена Васильевна подтвердит, что было разработано внесение изменений в ряд законов, где четко были прописаны требования, и в том числе в закон о пас-перевозках и о предоставлении услуг легковым такси, где говорится конкретные действия водителя по отношению к лицам с ограниченными возможностями. Должностная инструкция. Сейчас будут, да, вноситься изменения и расширяться должностные инструкции водителя. Угу. Пожалуйста. Ну, хочется добавить, что сказала у нас коллега Министерства транспорта, что в сфере транспорта все-таки есть положительные сдвиги в направлении обеспеченности доступности инвалидам и маломобильных групп населения. И я думаю, мы в ближайшее время увидим еще более конкретные шаги в этом направлении. И в нашем городе будет работать именно транспорт, приспособленный для перевозки инвалидов. Будем надеяться. Со всеми... Виктор Ильич, скажите положительными моментами. У нас вот в итоге нашего эфира. Спасибо. Во-первых, я смотрел все время на Елену Васильевну сейчас с одной просьбой. Вы знаете, на самом деле очень хорошая идея создать общую информационную среду общения. Это значит все вместе. Мне кажется, что мы не должны с вами забыть ментальщиков. Это очень важная такая тема. И второй момент. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратить внимание глав муниципальных образований, все, что касается даже приспособленных помещений, которые сегодня могут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями, рассматривать разработку и принятие локальных актов на право безвозмездного пользования. Сегодня, в нынешних условиях, наверное, это очень важно, обратить внимание на этих людей. Спасибо. Спасибо. Евгения, два предложения. Мне бы очень хотелось бы, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья были наравне со всеми членами нашего общества, но при этом, чтобы мы не забывали, что им нужна социальная защита и поддержка. Спасибо. Елена Васильевна, я думаю, что вы за фонд страхования. Да. Для тех, кому нужна Скажите. Социальная защита и забота, меня очень радует, что сегодня в республике появляется большое количество общественных организаций, которые представляют интересы инвалидов. Потому что какое бы ни было бы сильное Значит, государство, сколько бы ни выделяло средств на социальную защиту и поддержку этих граждан, все равно им нужно надежное дружеское плечо, поддержка, с кем-то поговорить, пообщаться. Так вот, сегодня наши общественные организации, которые реализуют определенные проекты в Республике Крым для людей с инвалидностью, это действительно замечательные успехи. И вот Евгения, которая реализует такой же проект, сегодня 8 грантов, которые выиграли общественные организации при поддержке некоммерческих организаций, это организации для людей с инвалидностью. Вот буквально в субботу вернулась наш проект «Дети-инвалиды» участвовали в постановке кукольного спектакля с артистами взрослыми кукольного театра. Да, они вернулись из Москвы. Да. Мои сотрудники летели из командировки, говорят, там самолет ходуном ходил от счастья. Дети заняли первое место. Фестиваль «Нить Ариадны». Да? Присутствует. Это просто невероятные успехи. Сегодня вернулись с первых парадельфийских игр. Это всемирные игры, в которых участвуют люди с инвалидностью в сфере культуры и искусства. Наши замечательные инвалиды по зрению летали в числе 500 человек со всей страны, отобраны были по оригинальным этапам конкурса в наши Степан Гончаренко. Люди тоже живут, добиваются, но Конечно. В свою очередь представители власти готовы. Мы готовы поддерживать общественные организации, которые помогают вместе с нами
реализовывать и доступную среду, всю социальную политику. Спасибо большое. Дим, что у нас? Да, вы знаете, перед тем, как огласить результаты нашего опроса, я хочу еще одно сообщение от телезрительницы прочитать. Ее зовут Юлия Зарихина, инвалид второй группы. Вот, позвольте мне, да, все-таки. Это сообщение в стихотворной форме. «Да, пускай нас многие не любят, нам кричат вдогонку инвалиды. В мире всякие бывают люди, кто-то злой, а кто-то справедливый. Добрый человек всегда поможет, злой лишь посмеется над тобой. А больной ведь защитить себя не сможет, и останется он с раненной душою. Но однако унывать не стоит, надо жить и верить в чудеса. Инвалид живет, и жизни он достоин, потому что так решили небеса». Это как раз к вопросу об отношении общества к людям с ограниченными возможностями. Спасибо большое, Юлия. Теперь мнение наших телезрителей. Итак, что нужно для создания доступной среды, по вашему мнению? Из тех, кто дозвонился, 8% считают, что в первую очередь надо увеличить штат соцработников, 40% полагают, что очень важно улучшить архитектурную и информационную доступность, и 52% все-таки начать с изменения отношения общества к инвалидам. В интернете очень похожие результаты. 9% за увеличение штата соцработников, за архитектурную и информационную доступность как первоочередную задачу 44%, и 47% опять же настаивают на первоочередном изменении отношений общества. Отношений, то, на чем мы и закончили сегодняшний эфир. Спасибо, на этом у нас все. Увидимся ровно через неделю. В следующий четверг в 20:00 в прямом эфире сразу двух телеканалов. Крым-24, Первый Крымский. И помните, что только в нашей программе мы показываем, рассказываем все как есть. Всем доброго. Спасибо большое, всем спасибо большое. Сегодня мне хотелось бы услышать не только о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, а их, мы сами понимаем, много, но и о том, какие-то потрясающие люди, как они живут, как они работают, как они учатся, как они достигают успехов, несмотря ни на что, какие они потрясающие друзья. И каждый день они преодолевают преграды, миллион преград, можно сказать, и при этом они живут, и некоторые живут счастливо. В Крыму у нас более 46 тысяч льготных категорий граждан. В этом году к нам обратилось около 21 тысячи инвалидов за предоставлением услуги или в обеспечении техническими средствами реабилитации, или в обеспечении санаторно-курортным лечением. И ко дню, Международному дню инвалидов, конечно, эта тема актуальна, надо ее обсуждать, надо решать вопросы. Государство старается, и мы это видим по Крыму, да, если до недавнего времени у нас практически вообще ничего не было, то сейчас все-таки программа реализуется, доступная среда, это заметно, даже по низкопольному транспорту, где инвалиды могут спокойно заехать и попасть, куда им нужно. Эти люди являются именно индикатором на работу органов исполнительной власти, и они, как никто другие, могут указать, над чем работать. Обязательно эту тему нужно поднимать, потому что инвалиды, лица с, инвалиды наши, они должны быть не ущемлены во всех сферах жизни, и в том числе и в транспорте. Я вот всегда ставлю себя на место человека, вот если бы со мной это случилось, могла бы ли я так дальше пойти, повести за собой еще других людей. Сегодня очень много инвалидов, которые очень активны, и я всегда говорю, что поздравляю с Международным днем инвалидов, это как-то, наверное, неприлично. Надо просто благодарить этих людей за их активную жизненную позицию.
Ну, безусловно, мы верим в лучшее. Ну, как можно жить и верить в худшее? Ну, конечно, верим в лучшее, конечно, верим, что будет более удобно не только для людей с инвалидностью, потому что эта проблематика очень часто касается и других категорий граждан.